Всех приветствую. Наконец-то сделал себе освещение сверху. Не вот здесь у меня было. Ну, а сейчас прям сверху хорошо. Не придется подсвечивать здесь, а то и получается тень. Сейчас с этим будет получше. Хотя тоже не идеал. Но это светодиодное освещение, оно такое. Не, оно не нравится вообще, светодиодное. Ну, какое есть, такое и поставил. Сейчас везде эти LED-лампы. В общем, бабушка вчера привезла мне один А, как мы видим, образца. Но это после 54-го года. Да, вон 54. Я же так четверку увидал. Ну, видно, что это не первые выпуски. А тут что? Да тут ничто. Профилактика. А уже ремонтировали. Вот здесь резинка стоит. Кожанка, видать, сносилась. А, она же говорила, вроде что отдавала куда-то ее. Прослабло. Капельку масла. Вот сейчас картинка получается без всяких теней, но освещение другое. Оно, во-первых, ярче раза в три, наверное. У меня стояла там одна лампа, сейчас стоит две длинных по 1200, по 1,20 м. Вот. Одно раза в четыре, наверное. Ярче и вообще хорошо стало. Но нет предела совершенства. Я, может, что-то еще тут добавлю какое-то. Какой-нибудь контрсвет. Типа не контрсвет, боковой какой-нибудь. Ну, посмотрим. Пока меня устраивает. У меня вот боковые есть тут. Этот есть свет. Этот есть. Так что более чем подсветок. Ну а картинка, я думаю, нормальная будет. Вернее, не будет. Она есть. Я же вижу на мониторе. Ладно. Это я снимаю видео не ради вот один, а показать тут ничего нового, а просто вот освещение это протестировать новое. Вот эти машины могут не шить в двух случаях. Когда сюда залезет рука чья-нибудь, либо вот этот случай наш, ух ты, а затянута такая, либо когда неправильно поставят иголку, все, больше тут вариантов нет. Затянули очень душевно. Так, а что тут? Ну, иголка с лыской. Обычно бывает, неправильно ставят, когда отправ машины с круглой колбой ставят, там могут быть нюансы с неправильной установкой. А здесь все хорошо. Все. Ну ладно, что тут еще? Посмотрим натяжение. Нормальное. Тут чистить ее не надо. Не знаю, зачем она мне ее принесла. Да, еще вот что. Тут очень и очень подняты зубцы. Даже вот в одном месте подкусывают. Я думаю, что такое? Ну, это не есть хорошо. Надо опустить. Они задранные, ну, до отказа. Ну, вот сейчас почти без подсветки. Если светануть, ну, светануть получше будет, еще получше. Сейчас уже видно все хорошо. Так лучше видно. Не надо никаких подсветок. Винт, вот он. И мне хорошо видно.
без всяких подсветочек. Даже звук другой стал, ну, задевал. Сейчас для порядка гляну здесь на предмет грязи. Ну, думаю, что тут все хорошо будет. И еще тут поставили очень сильную пружину. Она тут не нужна, такая пружина. Я попробовал нитка, но она затянута сильно. На тонкой ткани будет просто собирать. Это ни к чему. Сейчас я подберу пружинку. Да вот она. Хотя бы вот такую. Помягче и поменьше. Не надо таких чрезвычайных. Так, видно, нет. Вот толстенная, и тут вот, ну, процентов на 50. Вот сейчас диапазон регулировок, ну, гораздо больше. Вот сейчас минимум. Тут такого минимума вообще не было. Вот самое то, это на тонких тканях. И вот на среднюю ткань. Все, вот так поставлю. Угу. Можно подтянуть. Все, строчка отличная. Вот сейчас идеально. Я поставил боковой свет. Все. Вот я его убираю. Вот так его нет. Вот так есть. О, нет. Что-то кнопок много. Какая включает? Она то включает. А, вот, надо сначала низ нажать, потом сюда. Это мне подарили как-то давно-давно. Все, теперь точно все.